Ух ты, ничего себе, я тут спугнул уток кучу. Неужели вот в этих качках, точнее под ними, не сидит никакой хищник? Прям очень странное. О, а он мелочь-то как-то пугается чего-то. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ай-ай-ай-ай-ай-ай. Очень странно, ну прям я не знаю, что ему еще предложить-то. О, ну вот прыгнула. Что, просто так, что ли? О, он там что-то посерьезнее вроде прыгает. Ничего не понимаю. Сейчас попробую, наверное, пристать. О, ну кто? В любом случае хищник какой-то. Может, не сильно крупный? Ну, в принципе, у меня воблер-то нормальный. Вот такую-то рыбу. О, это, походу, желтощек. Не крупный. Опа! Да. Востробрюш. Вот я поймал. Как их тут дофига. Во. Она размером как раз это остробрюшка с моего воблера. Опа. Ой, или там мелочи столько. Я даже не пойму, что происходит. То ли я эту мелочь цепляю, то ли поклевки. Наверное, все-таки мелочь цепляю, потому что если бы был подход, был бы ударчик посерьезнее. Да, дать надо поменять. Не знаю только, кто это. Поменять блесну попробовать. Опа! Что, есть? И все-таки они ловятся. О, верхогляд. Ха-ха. Нормально. Нормально, нормально. Вот он, красавец. Вот он, красавец. Стоят они здесь. Чуйка не подвела. Вот он, первый на сегодня верхогляд. Не сильно крупный, ну, такой, может, килограмм, но первый.
есть. Не крупненький, но красивый. Сейчас они на нересте, у них черный хвост. Так они более такие серебристые, а это с черным хвостиком. Не туда поплыл. О, плыви туда. Конечно же, они тут есть, но берут не на все. Сейчас вот решил поэкспериментировать уже. Сейчас еще другие приманки, воблеры. Опа, вот он. Ух ты. Что такое? Хороший какой-то. О, ух ты, красноперка, что ли? Хорошая красноперка. Что-то я ее как... О, я ее за горб поймал. Да. Немножко не по-спортивному. Хорошая. Уже такая. Интересно, как она за голову. Вот это называется монгольский краснопер. А то мне тут говорили, что это не монгольский краснопер, а жерех. Такой амурский, что ли. Вот амурский жерех, он более вытянутый. У этой спина высокая и морда покороче. А у того и морда длиннее. И уже, и она такая вытянутая. Вот тот жерех. Ну, жерехи, они чаще где-то к горным рекам попадаются. А на Амуре чаще всего, вот, по крайней мере, у меня это вот монгольский краснопер называется. Ну вот этот, где-то, я думаю, ну, килограммчика полтора, наверное, уж. Кило 200. Хороший такой. Потянул, ну, за гор поймал, понятно, у него гораздо больше возможностей вырываться, чем за морду. Я подумал, что-то такое прям серьезное. Но очень приятно. Даже красноперка. Экспериментирую с приманками. До этого вот на понтун ловил Декстер. Сейчас вот два поймал. Сейчас Крэк Джек. Ну вот красноперка, ну конечно не спортивно. Не показатель, что на него клюет. Но все равно вот этот воблер хороший. Тот Декстер как-то на течение его выкидывает. Но это хорошо играет. Я думаю, он тоже рабочий. Просто время не пришло. Надо еще попробовать вертушечками здесь. Потому что рыба есть, здесь свал. Не такой серьезный. Где-то. Ну там-то вообще глубина метров 10, наверное. А здесь сейчас резко вот так уходит. Я думаю, метра 3-4 тут невдалеке. Хочется какого-нибудь трофея зацепить. Серьезного. Опа! Что-то было. Или трава была. Ну, рыба тут есть. Вот поле для экспериментов. Проверять приманки на работоспособность. Есть тут хищники. Конечно, я их тут маленько уже взбодрил. Они, наверное,
не такие сейчас смелые, но все равно они тут есть. Сейчас вот пока с воблерами забавляюсь, потом еще попробую вертушки-колебалки, там посмотрим, будет какой эффект. Кто-то подсел. Стою вот, экспериментирую с воблерами. Ух, какая волна. Кто там? Чтобы посмотреть. О, красноперка. Хорошая. Красноперка. Вот, кстати, обрыбил нового воблера. Красноперка. Хорошо. Вот такие красноперки-то. Серьезные сегодня. Ой. Красавица. Красноперая. Так. А вот воблер. Так, как он называется-то? Каликана 82FSR. Понтун 21. Он двухцветный. С одной такой золотистый, другой серебристый. Что-то они какие-то были в свое время. Еще зимой не сильно дорого. Лопата у него такая, конечно, какая-то ненадежная на первый взгляд. Просто какой-то кусочек пластика прилепили. Но, тем не менее, вот сейчас работает и на течении, и против течения, и по течению. О, не выбрасывает. О, блеснулась. Вот здесь рыба за мной. Сейчас попробую. Вот такой вот тоже рабочий оказался. Ух ты! Вот она. Ух, чё себе! Это да, вот это уже хороший. Вот поставил, зацепился, под берегом стоят, ты смотри, под берегом стоят. Ну это уже хороший верхогляд, это уже килограмма два, наверное, точно есть. Это уже съедобный. Это уже хороший верхогляд. Ох, какой красавец. Хвост черный у него сейчас. И смотри, вот взял-то на вертушечку. Ой, на вертушечку, на колебалочку. Вот это колебалка Абу Гарсия. На прошлой рыбалке я на нее красноперок ловил. А здесь сколько, 25 грамм Абу Гарсия Атом. Отлично ловит. Вот так вот. Поэксплуатировал маленько это место. Только поймал, по-моему, 5 хвостов. 3 верхогляда и 2 красноперки. Ну еще, кстати, рыба здесь плескалась. Пробовал всякие разные блесна, воблеры. Ну, видать, уже их так взбодрило, они уже не хотят клевать. Ну и уже надоело на одном месте, потому что тут перспективных мест на самом деле достаточно. Сейчас пойду с плавом потихоньку вдоль берега, покидаю. Что касается перчаток и вот этого намордника, который называется БАФ. Это не понты, это комфорт. Потому что целый день вот на такой вот жаре и солнце можно, ну, реально обуглиться. Уже были такие прецеденты, когда так вот
порыбачишь целый день, а потом руки и морда лица облазит вместе с носом. Поэтому вот эта вот штука очень полезная. Ни руки от перчаток не устают, ни от бафа от этого дышать хорошо. Стоит на самом деле копейки, это я на Алиэкспрессе покупал. Сейчас не знаю, сколько это стоит, но тогда стоило совсем недорого. Но очень мне нравится, очень полезная для меня вещь, так что рекомендую. Сейчас попробую покидать. Места здесь, в принципе, хорошие. Ну, погода сегодня вообще, конечно, сколько? Обещали плюс 28, без ветра и что еще обещали? Ну и солнце обещали. Целый день будет солнце светить. Поэтому без вот этих вещей будет очень скучно. Ого, вон там он что-то на середине плюхнуло. Не знаю, это хищник или нет. Так. Серьезный какой-то был всплеск. Так вот, схватило, как я и предполагал. Хорошее место, и они здесь живут. Сейчас покажу вам ее. Еще ее. Покажись. О! О, какая красивая. Красноперку будем отпускать. Ничего себе! А вот это там, а вот там вот, это было что-то вообще мерзкое. Либо что-то. Либо здоровый верхогляд, либо, может быть, даже желтощек. Это да. Это да. Это уже серьезная рыба. Не удалось мне тут никого соблазнить. Поэтому решил с плавом пойти дальше. Ну вот, очень интересное место. По ощущениям, тут рыба должна быть. Но по факту не видно. В общем, заплыл сейчас повыше. Сейчас попробую в этот вот залив на веслах зайти. Покидать с берега, потому что место здесь
должно быть перспективное. Можно даже в кедах вылазить. Опа! Был. Есть тут рыба. Есть. Надо ее соблазнить только. О, выпрыгивает. Не просто же так. Малек. Он не жизни радуется, это он пугается. По-любому тут какой-нибудь верхогляд или красноперка. Верхогляды чаще в таких местах стоят, крутят, вертят. Сейчас надо будет поменять. Что, начинаем перебирать и колдовать. Хорошо кинул. Ну-ка. Вот она. Вот она, вот она. Вот она намотана. Ну, иди, поднимись. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, кто это? Ого. Верхогляд. Это... Ох ты. И тут еще рядом. Ничего себе. Вот, тут вот выпрыгнул, просто за мальком погнался. Я этого подтаскиваю. Хороший. Хороший. Ну, иди сюда. Ух ты. Там еще есть за глаз. Вот это, да? Ой, ребятки, вот это верхогляд. Ничего себе. Вот это слон. Это уже такой в районе четверочки, наверное. В районе четверочки. Вот он. Красавец. Хороший, хороший. Шарабанный размер. Этого хорошенького сейчас разделаю. Очень они жирные, внутри у них прям жир. Время 11 часов, я уже с рыбой, даже уже почистил. Сегодня погодка с утра вообще безветренная, сейчас вот понесло ветер, и прям на глазах как-то поменялась рыбалка. То вроде и выпрыгивали, и заметно было, что рыба есть. А ветер поднялся, и как-то перестала рыба себя показывать. Хотя понятно, что она тут есть, и видно было. Но вот поймал этого здорового верхогляда, еще был подход. Еще парочку, наверное, даже подходов было. Перепробовал, я не знаю, там, ну, чуть ли не весь ассортимент, который у меня был. Все кроме вертушек, но вертушки тут слишком уж течение большое выбрасывает. Ну, сейчас посмотрю еще, покидаю. Есть еще одно место. Не знаю, затопило его или нет. Прокачусь, посмотрю. Причалил к берегу, а тут такая красота. Вообще. Хоть оставайся, песочек тут. Птички поют, комары не кусают, вообще сказка.
амурское золото. Только часть сверху плавает. Замечательно сегодня провел день. Несмотря на высокий уровень воды, рыба ловится, причем хорошо ловится. Ну а на этом заканчиваю. Всем счастливо, до новых встреч!